Здравствуйте. Совсем недавно я вам показывала, что купила очень большой куст варигатного замиокулькаса. Вот такой он красивый, большой. В нем ровно 12 клубней. И я посадила его в один большой ящик временно. И сегодня в этом видео я вам покажу, как правильно его пересадить, для того, чтобы он наращивал мощные, большие, здоровые клубни, чтобы он быстро восстановился. Смотрите, клубишки у него сморщенные пришли. А вермикулит, вся вода, которая была в вермикулите, он в себя впитал. Вермикулит целиком высох. И поэтому сегодня мы будем делать постоянную посадку для того, чтобы наращивались большие мощные клубни и в конце концов появились новые красивые большие листики. То есть наша цель будет именно, мы будем делать грунт такой, чтобы замиокулькас рос как надо. Клубишки становились огромные, большие. Именно вот когда клубни будут большие, у вас ветки, листья будут выходить очень крупные. Вот смотрите, вот такой вот шикарный у меня кустик. Приехал он 10 дней назад из Москвы. Сидел временно в ящике. Сегодня с вами мы будем его пересаживать. Итак, пересаживать я буду его в ящик. Это ящик на 10 литров, он достаточно высокий. Змеокулькас любит именно высокие горшки. На дно горшка кладем дренаж какой-нибудь. В данном случае у меня тут керамзит мелкой фракции, можно использовать цеолит. Добавляем грунт. В данном случае у меня тут чисто чернозем. Вы можете использовать любую землю, универсальную, например, для рассады. Ну или просто грунт универсальный. Я выбрала вот чисто чернозем, без добавок, без разрыхлителей, хорошая земля. И добавляю туда торф верховой, нейтральный. На две части земли, одну часть торфа верхового нейтрального и немного вермикулита. И добавляю цимус для комнатных цветов. А что же такое цимус? Цимус — это комплексное натуральное удобрение и одновременно разрыхлитель, который заменяет любые удобрения. Уникальность цимуса в том, что он из любой почвы делает питательный, рыхлый чернозем, где будет очень много полезных веществ, которые помогут нарастить мощную корневую систему. То есть клубни у вас станут большие, жирные и смогут дать много листвы. Поможет также справиться со стрессом во время пересадки и перепадах температуры, а также ускоряет рост самого растения. Новые листики будут появляться намного быстрее и они будут крупнее. Также помогает сохранить яркость красок, то есть листья будут оставаться яркими, зелеными, пестролистными, если у вас варигатный. Цимус также содержит в себе в 60 раз больше питательных веществ, чем самый плодородный и питательный грунт. В нем есть вулканический цеолит, где есть азот, который ускоряет рост самого растения, есть фосфор, который влияет на корни, есть калий, который повышает иммунитет. Также есть биогумус, который делает почву более плодородной, и вермикомпост, который помогает растению лучше усваивать все питательные вещества, наращивать зеленую массу и выглядит красиво, ярко и зелено. Также есть триходерма, которая помогает от гнили, и растение будет очень хорошо себя чувствовать и не болеть. Итак, нам понадобится один или два колпачка на 1 литр грунта. Смотрите, я все смешала, у меня получился шикарный просто грунт, на котором все растет. На самом деле этот грунт я уже тестировала на своей рассаде. Делала опыта и заметила, что эффект именно от цимуса достигается намного быстрее, если просто сажать в обычный грунт. Причем цимус — это долгоиграющее удобрение, вы можете его добавить сейчас и больше не кормить ваши растения в течение сезона. Вот. Добавляем ящик немного грунта и ставим наш замиокулькас. Помните, что выращивание замиокулькаса требует от вас внимательности, потому что клубеньки должны быть на поверхности грунта, но грунт должен покрывать землей клубни примерно не больше 1 сантиметра, то есть их надо повыше поднять. Вот смотрите, листья у меня небольшие совсем, то есть это совсем молодые кустики приехали ко мне. Когда клубни нарастят, будет уже выходить огромная большая листва. Как правило, варигатный замиокулькас он достигает такой же, как и классический, до 1,5 метра в высоту. Смотрите, совсем сморщенные клубни.
в конце видео я полью растение, скажу, чем полить, чтобы растение восстановилось. То есть обязательно надо полить, видите, вот такие вот сморщенные клумни. Они восстанавливаются, то есть тургор у них восстановится, если вы их нормально польете. Тут засохшая веточка убрала. Поэтому и кладем грунт. Кто-то писал в комментариях вчера-сегодня о том, что вот эти вот сморщенные клубни, они дают листья. Я не говорила о том, что они не дают листья. Когда клубень находится в сморщенном состоянии, он не дает листья. А если клубень восстановится до прежних размеров, он, конечно, выдает нужную листву. То есть это процесс обратимый сморщивания клубней. То есть если вы подсушили, конечно, если вовремя польете, то клубень восстановит свою форму и даст новые листики. Речь шла о том, что вам не надо засушивать постоянно замиокулькас до такого состояния, чтобы там были вот эти вот такие клубешки. Поэтому поливайте вовремя. У меня в квартире жарко, достаточно сухо, поэтому я поливаю раз в неделю свои замиокулькасы. И вот на такой ящик у меня уходит целый литр воды. Вот. Давайте я вам покажу, как полить. Так как грунт у меня полувлажный, я вношу в ящик пол-литра воды. После пересадки в новый грунт вы свое растение обязательно полейте. Даже если грунт был влажный, но клубни у вас сморщились, то растение обязательно надо полить. Можно полить каким-нибудь антистрессовым препаратом, например, цирконом, добавить 4 капельки на 1 литр воды. Тогда растение быстро примется и будет быстро расти. В принципе, в данном грунте уже есть все удобрения, можно было бы не кормить. Но так как я кормлю свое растение постоянно, я добавляю немного фосфора в свое удобрение. На примере добавляю удобрение с формулы 13-40-13, диазота 13, фосфора 40, калия 13, 1 грамм на литр, потому что удобрение в грунте уже есть. Не надо, чтобы было много, излишка. Мне самое важное, чтобы у меня клубни становились намного крупнее. Именно большие клубни дают мощную листовую массу. Вот тут у нас помощник Гоша. Гошуля. У Гоши 8 килограмм. Мейн-кун. Здоровый взрослый кот. Ну, говорят, что он еще будет расти. Но еще набирают массу. Кушают от души. Замиокулькас он, кстати, очень любит. Может погрызть. Но в целом никогда не ест их. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех пока-пока. Всегда с вами Елена.